Парад субкультур, городок рамесников и танцевальный марафон. В улице Солигорская целый день жили молодежным фестивалем. Представники самых популярных субкультур знакомили со стилем своего життя наведывальников масштабных опен-эйр. На святе молодости побывал Ян Пашкевич. Жабку я здесь могу сделать. Я как бы учился, ну, полгода. Но она у меня получилась нормально, думаю. Нават паход у магазин Максим Буткевіч можа ператварыць у вастрасюжэтны блокбастер. Парэнчы, стены або ямы, увесь гарадскі ландшафт аматар паркура бачыць, як мудрагелістую паласу перашкод. Захапляльныя трукі дапамагаюць Максіму жыць у дынамічным рытме гарадскіх вуліц. Просто чалавек ідзе, яму не нравіцца просто хадзіць, яму не нравіцца банальна. Яму нужна выдзеліцца із толпы, і он прыдумае какія-то там кувыркі, перевароты. Ну, для него он чувствуе, наверное, себя свободно в это время. Вот, как бы многие ребята не занимаются в залах, ну, я считаю, это не особо и нужно. Велосипедисты, каскадеры, рестлеры и вандровные артисты. В улице Солигорска заполнили разнокалеровые фарбы молодежного фестиваля субкультур. А главная площадь города перетворилась. У академии уличного мастерства. Глядачам пропоновали пустить у полет фантазию и створить свое первое граффити, або загартовать характер на уроку по самообороне. Допустим, если на улице, ну, к вам кто-нибудь пристает и, допустим, бьет прямой удар, сразу бьет прямой удар. Да. Вы сбиваете его рукой. Потом, после этого следует боковой. Здравствуйте, меня зовут Кашуба Валерия. Прихватываете. Тут же для глядачей лазили занятки по пауэрлифтингу, крокету, карате и танцевальной аэробице. А так само тут працует вот такой незвычайный аттракцион для релаксации. Только за место вешек, раять подлечать велосипедистов. Саправды супакоевае. Свята маладосці аб'яднала моладзь з кожнага района Мінскай вобласці. Сучасныя арт-напрамкі і багатая спадчына мінулых вякоў. Самыя адметныя рысы роднай зямлі ў творчых нумарах паказалі звыш 1000 удзельнікаў масштабнага опен-эйра. Маладзёж – это самая динамичная, самая прогрессивная часть общества. Поэтому они всегда на шаг впереди, что-то новенькое узнают. И не всегда государственные учреждения, структуры успевают за молодёжью. Молодёжь таким образом демонстрирует, как можно альтернативно и очень здорово проводить, и главное, здорово проводить свое свободное время. На головной сцене юные спеваки змагались за право представлять краину на международном музычном конкурсе «Молодь за союзную державу», який пройдет у России. У кульминации шусю фестивальную пляцовку охопил огонь танца. Подчас музычного флешмоба в унисон зарухалися свыше 1000 удельников свята. Ян Пашкевич и Александр Каранкевич, агентство «Теленовин».